решение. 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается. С сегодняшнего дня. Не завтрашнего, а сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог, кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом чего-то. Какие-то расчеты, перерасчеты. За исключением, если будет принято решение министра или председателя облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день. Почему я принимаю такое волевое решение? Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли настолько же. И цены сегодня запредельные, они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернатора. Все. И не дай бог, какой-то магазин уйдет, и он будет закрыт. Какая-то контора, забегаловка, не дай бог, они уйдут с рынка. Вы за это ответите. За нарушение моего распоряжения, только что обозначен, прокурор, комитет государственного контроля, немедленное задержание и уголовное дело возбуждать по всей вертикали. Кто допустил нарушение установленного мною порядка, и кто способствовал этому, или кто прошлепал, ну, губернатор и министр. Второе. Это совещание было поручено подготовить Качановой и группе. Эта группа во главе с Качановой, Герасимовым, Андрейченко, Орда, Медведева, руководитель группы Качанова, подключайте любых специалистов, но выработать и внести в правительство меры регулирования цен в стране до 20 октября 2022 года правительство должно принять решение с подачи этой группы. Если будут хоть какие-то расхождения, типа того, зарегулировали, погибнут, дефицит создаться, немедленно мне докладывайте. Вот решение. И упаси Бог, Николай Геннадьевич, не дай Бог вы повысите к 6 октября цены необоснованно, без разрешения губернатора, министра, как я сказал, или в нарушение вашего же постановления, которое вы примете до 20 октября. А лучше всего советую вам цены понизить. Я публично ставлю перед вами задачу, беря на себя, вопреки логике Качановой, на себя опять гружу этот вопрос, зная, что завтра все захлебнутся, критикуя президента. Но мы должны проводить справедливую политику. Убедительно вас прошу. Принять до 20 октября постановление, вы все будете принимать участие, которое обеспечит контроль за ценообразованием и, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая, непривычная для Турчина и других. Надо снижать себестоимость, искать какие-то другие резервы. Что касается производителей, что касается торговли, это не обсуждается. Не бедные, перебьются. Но это все под вашим контролем. Это красная нить для принятия решения, постановления правительства.